Формула семейного счастья. В центре «Шанс» дан старт открытой неделе предметно-цикловой комиссии социально-педагогического профиля. К мероприятию присоединилась и наша съемочная группа. Семья – это праздник за круглым столом. Семья – это счастье, семья – это дом. А еще взаимопонимание, поддержка и доверие. Открыть новые грани семейной жизни помогают педагоги центра «Шанс» на квесте «Формула семейного счастья». Для создания новогоднего настроения рисуют снеговика. Необычным способом ленточки привязаны к одному маркеру, а управляет ими одна семья, единый организм. Не так-то просто, как кажется на первый взгляд. В семье Корольковых руководит папа, работают в унисон. Ножки круглые, небольшие. Оп. Молодцы. Еще молодцы. Сделать закрытыми глазами разные фигуры – следующее испытание. Доверие – еще один ключ от формулы семейного счастья. Открываем глаза. Моет посуду, покупает продукты, убирается в доме. Как с таким списком обязанностей идти с высоко поднятой головой? Мамы могут. Эта неделя началась квестом «Формула семейного счастья» – мероприятие для замещающих семей, которые взяли на воспитание детей, по разным причинам оставшихся без попечения родителей. Сегодня начинается открытая неделя предметно-цикловой комиссии социально-педагогического профиля. Наши социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, инструктор по лечебной физкультуре будут всю неделю открыто работать с детьми, с родителями, с педагогической общественностью. То есть все, что мы умеем, знаем, мы все это хотим показать. Центр через подобные мероприятия передает бесценный опыт по взаимодействию и воспитанию детей. Когда мы рисовали снеговика, у меня была такая смешная эмоция. Замечательно, подъем и настроение, хороший такой позитивный настрой. Мы очень всегда довольны, когда мы участвуем в таких мероприятиях, нам это очень нравится. Мы, ну, чувствуем такой как бы положительные эмоции, заряд бодрости всей семьи. В конце квеста – подарки, ароматный пирог и сюрпризы на память. А за чашкой чая обсудили, какова же формула счастья для каждой семьи. Это уже вторая неделя предметно-цикловой комиссии. Всего их будет три, и все они приурочены к празднованию 20-летия центра «Шанс».